Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре Fedora ZMX Profeeder Z10. 5 моделек. Но сейчас вначале я расскажу свое видение по качеству изготовления. Я думаю, характеристики вы увидите и узнаете на сайте Multifish. Там все подробно описано с посадочными диаметрами и так далее. А дальше мы их потрясем, посмотрим строй. Пока вот в условиях магазина, а дальше выйдем на воду, снимем еще один ролик уже под загрузом, загрузкой разными весами. Ну, давайте вот начнем, наверное, с того, что я перечислю, что у меня здесь есть. Да, это 330 до 40, то есть 11 футовик до 40 грамм, 11 футовик до 70, 12 футов, то есть 360 сантиметров до 70, 360 до 90, 12 футовик, и последний 13-120, 390 до 120. К каждому фидеру идут два QR-типа, я думаю, кто выбирает, может быть, уже знает. Посадочный диаметр 2,3 мм, кроме самого тяжелого хэвика, там 3.0 посадка. Вершинки от ZMX Iron. В принципе, они себя зарекомендовали. По вершинкам сразу скажу, сразу, чтобы вот вопрос закрыть. Ну, кому-то здесь не достает, что всего две вершинки, но здесь, видимо, причина в том, что производитель позиционирует все-таки эту серию как бюджетную. И, в общем-то, сэкономить нужно, ну, если, скажем так, на всем, чем можно, без рисков некачественного материала, там, применения и тому подобное, да, или там поставить те же кольца, которые будут выпадать, и все остальное. Поэтому я думаю, что здесь, скажем так, безрискованно просто сделать действительно две вершинки и, в общем-то, немножечко снизить за эту цену. Но, с другой стороны, как бы вторая сторона медали, да, вроде как ZMX позиционирует их как фидера небыстрого строя, и для стоячих водоемов, для небольшого течения. Ну вот поэтому для таких условий там большой диапазон вершинок-то и не нужен, в общем-то. То есть, возможно, производитель сделал это, исходя из вот именно этих соображений. Ну, давайте дальше посмотрим. Ну, наверное, на примере вот 11 футов до 70 грамм. По колечкам я их тестировал уже год назад на воде, просто тогда не было возможности что-то поснимать, меня просили их взять, посмотреть, понагружать как следует там. У меня, я тестировал их как с монолеской, так и с плетней. Я люблю ловить шок-лидером, плетня плюс моно. В принципе, 80% рыбалок у меня на это. Это я все к тому, что даже при перегрузах серьезных колечки не пилились от плетни. Поэтому вот кто за это переживает, может, в общем-то, не переживать. То есть я как следует их нагружал, притом было несколько, даже потом на два фидера у меня было еще несколько выездов. Да и, в принципе, я знаю эту модель кольца по своему производству фидеров Сабанеев, поэтому никаких там косяков здесь быть не может. Кольца недорогие, недорогие, но надежные. То есть такие рабочие лошадки, простенькие. По катушку-держателю то же самое. Я считаю, что оптимальный. То есть могли поставить дешевле и некачественнее. То есть, как бы, опять же, не буду называть фирмы, там, производители, кто менял потом со временем катушкодержатели на более дорогие, потому что они ломались. Здесь держатели, я его тоже знаю, никаких вопросов не вызывает. Вот вклеечка бланка в саму гильзу тоже достаточно аккуратно. Заливать туда вода не будет, так что прело там что-то. Сама Эва на форогриппе верхней гайки катушкодержателя достойная, но это как бы сама модель, это катушкодержатель, мне она известна, она уже не первый год на рынке, и, в принципе, единственное нарекание, наверное, к ней, и то не у всех, это то, что слишком маленькое вот это вот место, где
верхняя часть, да, гайки, потому что не очень удобно браться рукой. Ни у кого кисть большая, говорят, что ее даже и там не чувствует. Она летает в кисти и не понимает, где ее там зацепить. Приходится вот так вот делать, да, и вот дожимать вот таким образом. Но это, наверное, единственное. По надежности, что, в общем-то, лично для меня это самое главное, здесь вопросов не вызывает. Катушки точно так же сюда входят. Совершенно спокойно, 6000 вот я ставил, и Шимана, и Дай, вот сюда все влезает, то есть лапки высоко подняты, и туда лапки самой катушки туда заходят. По бланку, по качеству лака и всего остального тоже придраться не к чему. Я не встречал здесь каких-то там воздушных каверн, еще где-то. По браку, то же самое. Было несколько нареканий на Zemax Iron по поводу и то такого не сильно существенного, то есть, который на полет, что называется, не влияет. Но здесь вот в Z10 я такого не встречал. Что, наверное, я бы поставил подороже и чуть-чуть подработал, это обои пробочные. Это не пробка, это обои просто намотаны. Потому что даже вот у новых фидеров, вот здесь я, наверное, покажу потом на камере, такие вот рытвинки небольшие есть. Но опять же, я их применял, в принципе, даже у меня была дождь, да, погода такая дождливая, и потом они у меня простояли в таком в замкнутом помещении, да, там в преле, что называется. И она не, ну, как бы так быстро не разбухает, скажем так. Но все равно обязательно нужно снимать эту пленку. Вот, что ловить нужно обязательно без пленки и, соответственно, просушивать после рыбалки. Тогда с этими обоями все в порядке. Ну, с Эва здесь все отлично. Она мелкопористая, она плотная, не рыхлая, удобная. Воду не пьет, хотя многие пьют. Бывает, там под дождем стоишь, нажимаешь, и потекло, как губка фактически. Да? Но это низкокачественные такие материалки, которые некоторые используют. Вот. Вот мне очень нравится вот это вот утолщение. Здесь ручки приятные. То есть, когда берешь в ручку, как бы она не соскальзывает, и приятно это. Такой и дизайн, и, в общем-то, надежно. Ну, удобство, скажем так, комфорт. По расстановке колец то же самое. По всем фидерам скажу так, что кольца расставлены, с моей точки зрения, карта колец, она верная. Я брал даже 2000-ю сюда катушку, ставил ради эксперимента. Потом 6000-ник, 4000-ник, ничего тут не залипает. А самое главное, я чувствую, когда бросишь, когда карта колец неверная, бывает, леска задевает где-то бланк. Где-то она проходит через одно кольцо быстро, а вход во второе кольцо, она как бы не залетает туда легко, да, под острым углом, да, а идет под тупым углом, начинает чуть-чуть там биться в кольцо, соответственно, тем самым по каждому кольцу, если будет так биться, чем больше колец, да, тем больше притормаживания в забросе, и тем меньшую дистанцию мы получаем, куда мы можем кинуть. То есть здесь в этом отношении все хорошо. Кольца крупные на хэвиках стоят, да и в принципе тех колец даже на медиумом лайтах, вот тот же самый 11 до 40, вот этого колечка их, и расстояние его от катушки держателя вполне достаточно, даже если сюда 6000 поставить. Поэтому я думаю, что никто в этом, что называется, париться и переживать не должен. Ловить все спокойно, на здоровье. Давайте перейдем тогда к тому, что мы их понагружаем, хотя бы посмотрим в условиях магазина, что и как. Ну вот, господа, давайте их нагрузим, пока в условиях магазина. Итак, в руке у меня 330 до 40, 11 футовик. Ну вот, достаточно сильно я его вверх тяну. Ну, хорошо видно, да, на фоне белой двери специально так сделали, что было хорошо видно. Ну, действительно, здесь Попов, что называется, не соврал. Прослеживается действительно английский строй. То есть, таких параболиком я его, конечно, не назову. Но, наверное, такой упругий полупараболик, что называется. Ну, и для течения я бы его, конечно, не стал брать. Это стоячий водоем. Это
скажем так, небольшие дистанции до средней. И сразу чувствуется в этом бланке, что загружать его можно с запасиком. То есть 40 грамм здесь явно не общий тест. Явно не общий. То есть здесь, скорее всего, я бы, наверное... Ну, понятно, что это все точно буду говорить только на воде, да, но вот по моим ощущениям уже, да, в принципе, они, как правило, уже верны от моего опыта. Здесь, наверное, 40 плюс я бы даже ставил. Ну, вот следующий, давайте, 330-70. Да, да, здесь, да, вот смотрите, здесь 330 до 70. Точность такой же строй. Какой здесь момент? За счет строя, если его нагружать серьезно, то именно за счет этого строя он просто может не бросить. Вот какой момент здесь может быть. Но опять же, еще раз повторюсь, все на воде будет точно ясно. Но вот сейчас я немного даю усилия вверх, да, и я вижу, что он уже работает практически до бланка. Ну, соответственно, если я кормушку там в два раза увеличу, то он просто может не бросить, скажем так. Поэтому на всякий случай ориентируйтесь, наверное, 70 грамм, то есть на, вот в данном случае, да, но я и хотел сказать, на указанный тест, плюс, наверное, процентов там 30, грубо говоря. Давайте сейчас по следующему посмотрим 360-70. Ну, вот смотрите, вот здесь уже более упругий комель, мягкий верх, то есть серьезное течение он держать не будет, имейте это в виду, то есть он у вас согнется вместе с вершинкой со второй колена, за ним согнется. По расстановке колец все хорошо, то есть я смотрю, да. Кстати говоря, я пока за столом сидел, не сказал вам по поводу вершинок, то есть там кольца, они не большие, но и не маленькие, средненькие кольца от 2 до 3 мм в диаметре на вершинках. И этого, в принципе, достаточно для прохода узла шок-лидера. Вот я повторюсь, да, я люблю ловить шок-лидером, вяжу всегда плетню основная у меня, да, и 2,5 длины удилища монка. Вот узел их связки спокойно пролетает без проблем, при том условии, что плетня у меня 0.11-0.12, как правило, ну, 0.10-0.13, да, и монка где-то 0.24-0.28 для течения. Поэтому, кто не знает, как правильно вязать, привязывать шок-лидер к основной, смотрите на сайте Multifish в разделе «Обзоры и советы», есть подробное видео поэтапного вязания этого узла, потому что там узлы разные, и есть узлы, которые не держат, допустим, плетня плюс плетня или моно плюс моно, вот, да, то есть держать он будет, но монка будет быстро рваться, она перерезать будет и так далее. Поэтому вот это оптимальный узел, который именно рассчитан на плетню плюс монолеску. Так что смотрите на сайте Multifish в разделе «Обзоры и советы». Следующий фидер 360-90. Да, вот у него тоже упругий комель, то есть его можно прогрузить. И вот эти два последних фидерочка, они уже бросят с запасом, и при том хорошо бросят. Вот, но вот эта вот верхняя их часть, видите, вот я, то есть такой легкий абсолютно даю посыл. Вот, но... Да, по течению, то есть у меня вызывает вопросы течения. Ну, конечно, большое течение. То есть это все-таки стоячая вода и среднее течение. Что-то там понесло, если там, допустим, сюда вот 90 грамм тест, да, если взять кормушку 90 грамм, да, согнет, он, ну, второе колено. Это вот такое течение, которое будет держаться, как, на котором будет держаться кормушка 90 грамм, там еле-еле, да, вот она согнет. Поэтому лучше все-таки здесь выбирать, наверное, серию River, либо Iron. Меня вот просят сравнить с Айроном и с Ривером. Ривер у нас, скорее всего, выйдет следующий ролик про Ривера. А вот если выбирать, вы ловите для, на течение и выбираете между Z10 и Айроном, я бы, наверное, выбрал Айрон для течения. Z10 нет. Так, и последний 12, нет, вру, 13-120. Ну, это чувствуется уже не сильно дорогой уголечек, то есть такой вес уже в руках ощущается. Но при этом он с запасиком, я смотрю, примерно такого же всех строя, что это радует, в общем-то, что производитель сделал одинаковые, в общем-то, одинаково строя все модели, в общем-то, не нужно думать ни о чем, понимая, что любая палка из этой серии будет одинаково по строю. Здесь крупные кольца,
Вот я показываю, опять же, на фоне двери. Ручка удобная, по длине рукояти, кстати говоря, вот у меня 178 рост. И, в принципе, для моего роста, да, и длины рук, длина рукояти всех моделей, она оптимальна. То есть, с моей точки зрения, подобрано все очень замечательно. Ну и, в принципе, в целом, серии я не могу сказать ничего плохого о ней. То есть, хорошо сбалансированная серия, рассчитана, опять же, повторюсь, стоячая вода, среднее течение не больше, с перегрузом, но при этом имейте в виду, что если вы будете перегружать младшие модельки, и при том серьезно перегружать, они вас просто далеко не бросят. То есть вы серьезно потеряете в дистанции. Ну, в общем-то, наверное, в двух словах пока так, а дальше поедем на воду и снимем уже с воды с прогрузом, там уже более точно все расскажем. Господа, мы понагружали бланки, вы увидели все, насколько это возможно увидеть в магазине. Два слова о чехле. Достаточно надежный чехольчик, непромокаемый, по-моему, абсолютно. По весу тяжеловатый, такое ощущение, что он прорезиненный, то есть материал очень интересный, такой прорезиненный. То есть ощущение, что он то ли тяжелый, то ли мокрый, но он действительно немножко тяжеловат, но это и плюс. По швам все проклеено, то есть явно видно, что чехол будет служить, не скажу, что вечно, но долго. Отдельный кармашек под тубус с вершинками. В тубусе ко всем две вершинки, как я уже сказал. Ну, достаточно удобно все здесь. Легко они вынимаются, пробочки тоже не залипают. Клапан на липучке. Соответственно, здесь у нас тоже липучка без резинки, не как у Rampage, да, или там Razer'ов. Ну, достаточно удобный чехольчик, ничего такого вот, что-то выдающегося нету. Ноу-хау здесь тоже никакого нету. Удобный чехол, простой, понятный. Что хочу еще сказать. Ну, по Zemmox'у здесь, наверное, здесь пока все. Обязательно подписывайтесь, как бы это ни банально ни звучало, на страничке магазина в соцсетях, ВКонтакте, Facebook, Instagram. Обязательно, кто смотрит этот канал, очень прошу подписываться на YouTube, потому что все эти подписки – это самое важное от вас спасибо в мой адрес. Я это вижу и действительно понимаю, что я ролики снимаю не зря, что, в общем-то, беру, раскладываю это все дело, да, и рассказываю вам тоже не зря, это действительно кому-то нужно. Но для меня это такая вот лакмусовая бумажка подписки. Поэтому очень прошу вас это делать. Это что касается меня. Что касается вас, в чем плюсы, да, это бесплатное получение запасных частей к удилищам, купленных в магазине Multifish, до 2 запчастей в год в период проведения акции в рамках программы лояльности. По поводу программы лояльности подробнее заходите на сайт Multifish. Старт, главная страница под номерами телефонов, правый верхний угол, нажимаете, и там все подробно описано. В каких условиях, какие скидки и так далее. Могу сказать, что большинство наших клиентов, наверное, 80% уже в магазине постоянных клиентов, и кто приходит, они становятся постоянными. Я вот, ну, так вот на слуху за год, наверное, последний ни разу не видел, что кто-то ушел или кто-то там был недоволен серьезно чем-то. Они получают уже действительно лучшие условия на покупку. Притом мы идем навстречу в разных ипостасиях. Бывает так, что и ремонтируем какие-то удилища, купленные в другом месте бесплатно. Если мы видим, допустим, человек у нас там несколько удочек купил, и там какие-то даже, допустим, пускай не несколько дорогих удочек там, или он просто делает небольшие заказы на небольшие суммы, но мы видим, что это приверженность магазина. И мы как благодарность ему берем в ремонт там бесплатно, сделаем ему там какую-то удочку из его собственных и так далее. То есть, скажем так, мы клиенты ориентированы, как бы банально не звучало такое слово, да, но мы
стараемся действительно дружить и стараемся отвечать на добро добром. Поэтому я надеюсь, что вы меня услышите. Всего вам хорошего и до новых встреч.